тема называется «Обратный ход». Не то чудо из чудес, что упал мужик с небес, а то чудо из чудес, как он туда залез. Народная мудрость, эпиграф к этому параграфу. Не то чудо из чудес, что упал мужик с небес, а то чудо из чудес, как он туда залез. Я задумал число, умножил его на 2, прибавил 3 и получил 17. Итак, я задумал число, умножил на 2, прибавил 3, получил 17. Какое число я задумал? Прошу вас. 7. Как вы считали? А я в обратном порядке все сделала. 17 на 3, а разделил на 2, и получил 7. Очень хорошо. Так, 124. Алёша задумал число. Он прибавил к нему 5, разделил полученную сумму на 3, умножил результат на 4, отнял 6, разделил на 7 и получил ответ число 2. Повторяю. Алёша задумал число, прибавил к нему 5, разделил сумму на 3, умножил на 4, отнял 6, разделил на 7 и получил число 2. Какое число, прошу вас, задумал 10. Алёша? 10. Почему? Потому что я 2 умножил на 7 сначала. 2 умножил на 7, дальше. Потом получилось 14. Да, получилось 14. Потом прибавил 6. Получилось 20. Потом разделил на 4. Получилось 5. Потом умножил на 3. Получилось 15. А потом отнял 5. Получилось 10. Очень хорошо. Действительно, обратная операция. Так, ну следующая задача налоговой службе посвящается, да? В древние-древние времена, когда еще Российской Федерации не было, и налоговой службы тем более, народ уже придумал такую задачу. Женщина собрала в саду яблоки. Чтобы выйти из сада, ей пришлось пройти 4 двери, каждую из которых охранял свирепый стражник, отбиравший половину яблок. Домой она принесла 10 яблок. Сколько яблок досталось стражникам? Вот. 8 яблок она принесла? 10 яблок. Так, смотрите, ребята. Вот я не буду стражников рисовать. Давайте считать, что они вот здесь вот, значит, в воротах расположены, да? 160. 70. Вот, свирепые, ужасные, страшные охранники, которые собирают ее на подати. Да, говори. Пожалуйста. 70. Нет, секунду. Когда она пришла домой, она была вот здесь. Вот здесь у нее дом, и сюда она принесла 10 яблок. Интересно, что было до беседы с последним стражником. Два раза больше. Пиши. Пиши. Да. До этого было еще в 2 раза больше. 40. Да. А тут 80. А собрала она 160. Раз она принесла только 10 яблок, заплати 150 яблок и спи спокойно, да? Нет, 150. Значит, 160 минус 150 – это 10. Вот. На самом деле, действительно, в этом ничего, в общем, грустного нет. В принципе, любая налоговая служба ровно так устроена и... Собственно, все нормально. Но другое дело, что в жизни, конечно, другие проценты, и количество задач, ребят, на самом деле вот о чем. Не так важно, сколько с вас берут, важно, сколько раз. Если даже всего лишь по 50% с вас берут налогов,
но берут 4 раза, то это очень сильно бьет. Лучше бы они один раз взяли, не знаю, там 70%, и это было бы более выгодно для этой женщины. А вот если брать налоги несколько раз, то тогда вот возникают эти эффекты с умножением. Заметьте, всего лишь 4 раза взяли налог, каждый раз по 50%, и уже очень получается существенная сумма. Вот, так что надо уметь умножать. 126-я о взаимоотношениях с сторонними силами. Предложил черт лодырю. Всякий раз, как ты перейдешь этот волшебный мост, твои деньги удвоятся. За это ты, перейдя мост, должен будешь мне отдать 24 копейки. Трижды перешел лодырь мост и удивительным образом остался вообще без денег. Да. Вот. Ребят, это не выбрасывать, это расплачиваться с чертом за услуги по удвоению. Нет, все стоит денег. Все стоит денег. Значит, черт поработал на мосту, значит, должен получить свое. Значит, господа, вот в конце модуля осталось 0 копеек. Скажите, пожалуйста, сколько у него денег было здесь? 24. Конечно, 24. А до удвоения? 12. Конечно, 12. До удвоения было 12 копеек. А потом стало 36. До того, как платил черту, было 36. Потом 18. 18, абсолютно правильно, молодцы. До выплат черту. 42. 42 копейки. И до удвоения? 21 копейка. Господа, в чем идея? У него было денег меньше, чем 24 копейки. Поэтому каждый раз ему казалось, как это здорово, что ему удваивают деньги. Но на самом-то деле ему давали меньше, чем с него брали за это удвоение. Понимаете? То есть у него было в начале 21 копейка. Вот при, фактически черт ему здесь дал 21 копейку, а потом за это отнял 24. Понятное дело. Хитрый черт. Вот. Здесь дальше дал вообще 18 копеек, опять отнял 24. Здесь дал 12 копеек и отнял 24. Разумеется, что все деньги так и ушли. 127. Мама положила на стол сливы и сказала детям, чтобы они, вернувшись из школы, разделили сливы поровну. Первой пришла Аня. Взяла третью часть слив и ушла. Потом пришел из школы Боря. Взял третью часть слив и ушел. Заметьте, каждый из них вполне честно действовал. То есть каждый понимал, что в семье три ребенка, и пытался взять третью часть. Они просто не знали о других, и поэтому Боря и Витя брали меньше, чем им было положено. А вообще дети вели себя вполне прилично, все нормально. Значит, итак, смотрите, что у нас есть. Было, да? То есть увидел вот столько слив. Дальше взял или взяла, соответственно, столько слив и оставил или оставила. Вот столько слив. Давайте соображаем. Условие задачи написано. Витя взял 4 сливы, то есть третью часть от количества слив, которые он увидел. Хорошо. Когда Витя пришел, он увидел 12 слив. Да, конечно. И оставил он 8.
Бедная мама. Мало ей досталось. Всего лишь 8 слив. Какой? Какого 8? 4. Да, молодец. Значит... Что ж ты двойку писать не умеешь? Цифра 2 пишется так, чтобы отличалась от всех остальных. Взял он 6. Да. А было 18. А значит, когда пришла Аня, она увидела... А, после нее осталось 18. Аня оставила 18. Молодец, молодец. Осталось чуть-чуть. Она взяла 9. Замечательно. И последний удар? 27. Отлично. Вот ты, Найк, как написал бы неприлично. Спасибо. Конечно, все правильно. Действительно, 27 слив было. Из них сначала взяли 9 штук, потом 6, потом 4. И на столе осталось 8 слив. Так, господа, у нас две задачи. Довольно серьезная, интересная. 128. Над озерами летели гуси. На каждом озере садилась половина гусей и еще половина гуся. Остальные летели дальше. Замечательно. Ваши родители, наверное, помнят по мотивам этой задачи. В свое время была такая реклама некоторые фирмы телевизора очень-очень много раз передавали, окорочка полетели. Это была некая фирма, торгующая едой. Вот у нас на самом деле никакие окорочка не летают в этой задаче. Потому что у нас никаких дробных чисел в самой задаче нет. То есть в условии есть. А в жизни никаких половины гусей не будет. Пожалуйста, сообразите, если на последнем озере села половина подлетевших гусей и еще половина гуся, что это на самом деле означает? Неправда? Неправда? Гуся убили. Да. Смотрите, это значит, что в прошлом озере было нечетное число. Не то это означает. Обязательно. На последнем озере села половина подлетевших к этому озеру гусей. Да. Половина гусей, это и была другая половина гуся. То есть сколько гусей подлетело? Один. Конечно. Один гусь подлетел. Поймите, пожалуйста, сейчас из двери кабинета выходит половина преподавателей и еще половина преподавателей. Ничего страшного, я не обижу. Вот, значит, итак, один гусь подлетал. Давайте я объясню, как это решать в уравнении. Уравнение очень простое. Х пополам плюс 1/2 равняется 1. Умножаем на 2, получается х плюс 1 равняется 2, ну то есть х равняется 1. А сейчас вы должны сделать следующий шаг. Эта задача не зря находится в теме рассуждения с конца. Вы должны будете потихонечку отматывать этот. Пусть здесь подлетало y гусей. Тогда сколько гусей село на озеро? 60. Сколько? 4.
Конечно, четыре. Нет, первый. Половина подлетевших гусей. Два гуся. Y пополам. Будет пол Y. И еще половина гуся, правильно? Так, дальше прилетело сколько? Один гусь. То есть, значит, надо еще прибавить. И это и есть все прилетевшие. Так, ребят, большая просьба. Запишите себе эти уравнения. Потому что я хочу, чтобы вы просто умели составлять уравнения. Значит, итак, повторяю. Если к озеру подлетало Y гусей, то по условию задачи половина этих гусей села на озеро, то есть Y пополам, да еще полгуся, то есть еще одна вторая. Дальше продолжил полет только один гусь. Но это были все гуси, которые подлетали. Значит, уравнение такое. Решается оно очень легко. Умножаем все на двойку. Получается 2Y, это Y плюс 1 плюс 2. Так, если Y из обеих частей выбросить, то получается, что Y это 1 плюс 2. Кто знает, сколько вы дадите? 4, 3. 3. Значит, 4. Здесь пишу 3. К озеру подлетали 3 гуся. Половина от 3 гусей это сколько? Полтора гуся. Полтора. Да еще половина. Два. Так, быстро диктуйте мне уравнение про число Z. Z равно Z деленное на 2, да. плюс 1, плюс 3, вторая. Плюс 2, 3, 3, плюс 3. Так, умножайте на 2 обе части, пожалуйста. 2Z это... Это Z плюс 1 и плюс 6. Правильно. Z вычитаем из обеих частей. Z это 1 плюс 6. Это сколько? 7. Да. Так, половина от 7. 4,5. 3,5. Да еще половина гуся. 4. Хорошо. Так, следующее неизвестно. T это T пополам плюс 1 вторая. И плюс 7 гусей, которые полетели дальше. Ребята, мне уже надоело писать эти уравнения. Я хочу, чтобы вы уже догадались до системы. Я догадался. Да, какая система? Двое увеличивается с конца. То есть 1, 2, 4, 8, здесь 8. 16, 16, 64. Так, отлично. А здесь что за числа? На один подлетало меньше. Сколько? На один больше. На один меньше, я бы сказал. 15 здесь. И здесь, наконец. Абсолютно верно. Смотрите-ка. 127 пополам это 63,5. Да еще половина гуся это 64. В результате действительно на первом озере сели 64 гуся. Ну что, мы решили. Задачу про гусей мы решили. И теперь последняя, самая сложная, но зато и самая важная сегодняшняя задача. Это задача, которая была несколько лет назад, довольно давно уже, на московском математическом празднике, на городской олимпиаде для седьмых классов. Я рад, что придумал эту задачу, потому что это, конечно, не наука математика, но вот, понимаете, она замечательно объясняет, что такое близость делимости на 9. Из числа вычли сумму его цифр. Из полученного числа вычли сумму цифр полученного числа. Из опять полученного числа еще раз. И такую операцию сделали 11 раз. После 11 раза впервые получился номер. Вопрос. С какого числа начали? Давайте я приведу вам какой-нибудь конкретный пример. Скажем, возьмем число 200.
вычтем из него, получим 198. Понимаете, да? 200 минус 2. Да. С чему равна сумма цифр числа 198? 18. Значит, и когда мы вычитаем, получится 180. Дальше у нас будет 171. Дальше будет 162. Ну и так далее. Я думаю, что здесь придется сделать значительно больше, чем 11 операций, поэтому доделывать до конца не буду. Но смысл такой. Мы получили число 0 после, внимание, 11 операций. Давайте я напишу 11 стрел. 1, 2, 3, 4, 5, сколько мне еще стрел надо? 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Все. Вот здесь должно стоять некоторое неведомое число. Да, некоторое неведомое число. Так вот, для того, чтобы решить эту задачу, я должен сейчас вообще проанализировать эту замечательную операцию. Вычитание из числа суммы его цифр. Давайте так, если число однозначное, то понятно, что получится 0. Это не нуждается ни в каких объяснениях. Если у нас число двузначное, так, давайте палочку напишем, знак того, что это число, а не произведение А и Б, то надо из него вычитать сумму А и Б. Двузначное число записывается как 10А плюс Б. Так, в обязательном порядке все эти формулы запишите, потому что это действительно очень важно. Значит, итак, когда из двузначного числа вычитаешь сумму его цифр, то получаешь удивительное количество десятков. Посмотрим на трехзначное число. А, Б, С. Вычитаем сумму цифр. Вначале было 200. Да, да, да. Вначале было 100А, потом 10Б, потом С. Вот ровно так число разлагается по разрядам. Цифра А – это разряд сотен, то есть надо писать 100А. Б – разряд десятков, значит, надо писать 10Б. Что это такое? Это, разумеется, 99А плюс 9Б. Наверное, я напишу еще и для четырехзначного. Я человек упорный. А, Б, С, Д. Минус сумма цифр. Давайте посмотрим, что это такое. 1000А плюс 100Б плюс 10С, молодцы, плюс D. Теперь вычитаем А, Б, С и Д. Получается 999А, 99Б и 9С. Обратите внимание, все время девятка. И здесь девятки. И здесь девятки. Мы получаем важную теорему. Разность между суммой цифр и самим числом, ну, число будет побольше, как мы считаем, из числа суммы цифр, всегда делится на 9. Надеюсь, вы все понимаете, что если здесь будет пятизначное число, то будет 9999, там, 999, 999. А теперь смотрим сюда. Ребята, чтобы получился 0, здесь должно быть число 2. Однозначное. И при этом делящееся на 9. Какое однозначное число? 9. Дальше. Чтобы получилась девятка, нужно, чтобы А было равно единице. Значит, здесь будет двузначное число, начинающееся на единицу и делящееся на 9. 18. Здесь должно быть А равно 2. Значит, какое двузначное число делять? 27. 27. Ребята, значит, сами сообразите. 36, 45, 54. 65. 77, 2, 81.
Молодцы. На самом деле, кто-то сказал 90, кто-то сказал 99. В этом месте впервые происходит разъют. Смотрите, почему. 9а должно равняться 81. А это значит, что а должно равняться 9. Но ведь у нас же есть два числа двузначных, которые начинаются на 9 и кончаются, и делятся на 9. Кончается в одном случае на 0, в другом случае на 9. А вот теперь думаю, можно ли получить 90? По этой формуле нельзя, потому что а должно равняться 10, а такой цифры нет. А по этой формуле 99а плюс 9b тем более нельзя, потому что по ней получаются только числа, начиная с 99. Поэтому здесь я должен зачеркнуть. И получаю, что число 99 получается по этой формуле. Значит, b равно 0, то есть средний разряд, разряд десятков, это 0. А равно единице. А вот про С в этой формуле ничего не сказано. Любая цифра. Вот и ответ. Любое число от 100 до 109.